Ну что, дорогие друзья, после небольшого карантина ваш учитель географии Александр Булочкин возвращается. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на Дойки урок географии. Совсем скоро, подсказывает мне календарь, уже сентябрь, это значит, что начнется новый учебный год, и нам нужно потихонечку уже готовиться. И мы, собственно говоря, на самом деле-то особо-то не отдыхали, мы постоянно с вами что-то как-то где-то и дошли, между прочим, до золотого дивизиона, и сейчас начинается то самое время, когда, скорее всего, я буду испытывать некие сложности. Но я уверен, друзья, что вместе мы справимся. Всем приятного аппетита, кушай, всем приятного просмотра. А, опять же, друзья, сейчас немножечко отвлечемся. Я вернулся, я на самом деле вчера еще записал видео, оно должно было выйти сегодня, но там нужен Ярик немножечко для монтажа, и он сегодня не успел, поэтому оно выйдет завтра, так скажем, как видос возвращения, поэтому я там более подробно все что-то рассказал. Вот. Спасибо всем, кто желал выздоровления. Пока что еще в процессе, как бы потихонечку, не ждите там по 4 видео в день, по возможности что-то такое лайтовое, кричать не могу, здорово-здорово орать не могу, руль пока крутить, но тоже как бы так, поэтому Гран-туризмо подождет, все со временем будет, надеюсь на понимание, все, нас с вами, друзья, ждет, естественно, дуэль, я просто интересно, вот запахи у меня пропали ли у меня запахи на страны, ой-ой-ой, тоже, естественно, из золотого дивизиона соперник. Фу, блядь, надо сейчас собраться как-то, друзья. Все-таки лежать на кровати почти неделю, это дело такое, поэтому... Фу, надо сейчас, блядь, все... Подожди. СРБ? Правильно я увидел? Сербия, типа, подожди. Ну, вообще, на самом деле, чем-то может быть похоже, но давай мы не будем, как бы, особо дергать кота за всякие причудалы и просто попробуем сразу обескуражить соперника по моей тактике, блядь, немножко... Я вот не понимаю, как я в повседневной жизни голосовые связки, просто я немножко отвыкли за это время, поэтому я говорю, я сейчас, может быть, буду там, какие-то будут паузы, я люблю много язычком, блядь, работать, но это самое. Так, ну вообще реально пох... Да? Да? Спасибо, спасибо вот этому вот номерному знаку, который, собственно говоря, помог мне определить. Ну, немножечко не угадали, конечно, по райончику, по городу, по области, но тем не менее Сербия. Так, ладно, хорошо, начало, допустим, положено. Сейчас сразу, понимаете, у меня в голове так вот, типа, все подсказки, которые там связаны с этими... Так, подожди, это у нас... Подожди, тут по-любому Moses Civils... Moses Civils... Я ничего не понял, если честно, подожди. Блять, левосторонний... Ну, это Африка, наверное? Ну да, наверное, это Африка. Подожди, стоп, а за мной, это за мной катается? Просто там, помните, это машина, которая катается за мной? Если она за мной катается, это значит то, что я нахожусь в этой. Блять, где я ебать, подожди, не в Эфиопии, а где, блять, подожди. Ладно, короче, я... Эствани, может быть? Ладно, давай просто Саус-Африка, давай просто Саус-Африка попробуем. Попробуем, просто попробуем, потому что... Блять. Ну тут как бы Кейптаун, возможно, там было на вы... Бля, в ответочку получил пиздюлей. Отшлепал меня по попке мой соперник. Так, ладно, подожди, надо собраться. Наверное, там было на знаке написано, что это Кейптаун. Я просто немножечко не вник. Так, 70 чего? Миль, километров, максимум, непонятно. Просто максимум. Так, какой-то... Блять, что это за флаг? Подожди, это Канада. Это Канада же? Давай попробуем сразу просто обескуражить. Типа я такой, блядь, зоркий увидел. Допустим, Оттава, я не знаю. Пусть будет. Хотя вряд ли, мне кажется, это где-то, если даже Канада, то... Похоже вообще, блядь. А я неплох. А я неплох. Мозги-то возвращаются, пацаны. Нюхаю, блядь. И все, блядь, чувствую, блядь. Чувствую просто. Я сначала увидел что-то красные... Белые цвета, что-то как-то замиксовал, и вроде как так. Но это Скандинавия, скорее всего, и мне кажется, что можно попробовать. Бля, разметка ебучая. Давай сразу попробуем обескуражить. Мне кажется, прям вот, блядь, я был в Финляндии. Ну давай, попробуем, ну давай. Ну, почти мы, ну, блядь, только он, смотри, он севернее. Как-то он понял это, я не знаю как, но это Финляндия все-таки, это не Норвегия, это реально Финляндия. Я не знаю, каким раком я это угадал. Ну, просто я говорю, я был в Финляндии... Там зимой заезжаешь, вот просто вот, блять, вот она, вот просто все, что видишь, это вот то, что я сейчас увидел. Но это, скорее всего, мы уже знаем, что если мы не видим высоток, это еще ничего не значит. Скорее всего, это просто чуть-чуть не доезжает Дубай, вот где-нибудь здесь. Хотя, может быть, даже ближе, может быть, даже ближе. Блять, ну почему с другой стороны-то, а? Ну, хилинг раунд, ну ладно, по 1000 хпшечки накинули. Слушай, плотненькая борьба, учитывая, что я такой, знаешь, просто, блять... Первое активное видео после выздоровления. Я такой, блядь, нахуй должен и соображать, и еще... Так, подожди, красная. Ну, давай сразу, что ли, тогда попробуем. А26 поискать. Это, получается, возможно, Дания, возможно, Швейцария. Не, подожди, Дания не может быть. А26 у нас есть...
А26, А26, стой, 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 стой. Блядь, где она? Я вижу все числа, кроме 26, блядь. 27 вижу. Блядь, блядь, подожди, только что видел. А27 вижу. А26. Так, что написано? Нихуя, 73 километр в какую сторону, блядь? А26, 73 километр. Тут километры точно не пишутся. Ну, давай просто попробуем угадать вот здесь, допустим, вот эта трасса. Ну, я так понимаю. Я так понимаю, что это где-то... Где-то все-таки вряд ли еще одна А26 красная трасса, да? То есть это у нас получается чуть-чуть. Че за наебалово, блядь? А че за наебалово? Подожди, я даже не стал как бы рассуждать, что это я увидел. Нихуя себе, блядь. Так, ладно. Эйфория, подожди, резиденс. Коломбо Роуд. Пуквик Кальта, блядь. Ну тут написан даже адрес, блядь, но я не знаю, где это Пуквиквикваль-то, блядь. Бимонджи Драйв какая-то, что это такое, подожди. Ну это типа Таиланд, наверное, какой-то, и по обстановке похоже, подожди. Пуквиквикваль-то, блядь, вот это, как найти-то вообще, подожди. Ависавелла. Ёбаный в рот, блядь, так, подожди, Пукпата, блядь, он точно найдет. Ну он, блядь, ну он скорее всего нашел, я не настолько, блядь, эксперт. Ладно, ну допустим, может быть это вообще остров какой-то. Ну, допустим, ладно, я просто вот тут поставлю. Охуенно. Что-то Шри-Ланка, блядь, если что. Саня, держу в курсе, блядь. Санёк, держу в курсе, это Шри-Ланка, блядь. Я не знаю, да, наверное, я, может быть, не вчитался просто в то, что там написано. Возможно, мне мог... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, спасибо. Ну, это то, о чем многие писали в комментариях, что меня будут швырять просто, как, я не знаю, как собачонку, блядь, из стороны в сторону, из Сильвер-дивизиона в Голд. Но, знаете, что самое главное? Даже если меня сейчас вышвырнули из золотого, я сейчас должен показать сразу класс и как бы ворваться обратно в золотой. Но об этом мы узнаем через 9 минут. Так, я сейчас, если честно, немножко не понял, потому что я отходил, типа, промыть нос. И подожди, что... Подожди, у меня, короче, перезагрузилась страница, я не понял, у меня сейчас как будто две катки одновременно, блядь, началось, подожди. Я сейчас реально... Подожди, я сейчас запутался. Что произошло? Подожди, у меня как будто сейчас реально... У меня как будто одна стартанула. Я увидел ник одного соперника. Либо он ливнул, типа, либо что произошло? Подожди. Блять, я, по-моему, не успел запись еще нажать. Я просто хотел, типа, сразу ворваться, блять. А что... Подожди, сейчас просто непонятная хуйня. Я тебе отвечаю, у меня появился ник, потом прогрузилось что-то и сразу, типа, другой ник. Вот этот вот... О, Сирис сейчас против меня играет. Так, ладно, подожди, допустим, это был либо какой-то баг, блядь, либо, я не знаю, соперник моментально, я не знаю, сейчас можно ли внуть, типа, скатки? У меня такое ощущение, что нет. Так, ладно, все, пацаны, собрались сейчас, никакого права, блядь, я просто сжал в кулак, блядь, все свои знания, не только, на самом деле, знания. Подожди, что это такое? Я вообще пока не понимаю. Очень какая-то грустная картинка в том плане, что по качеству, как бы, я не знаю, что это такое. Я не вижу ни одной надписи. Блядь, меня сейчас немножко... Меня немножко волнует то, что произошло, я надеюсь, что... Там нечитаемо вообще, там вообще нечитаемо. Я не вижу никакого флага, я не знаю, какая территория, типа... Что это такое? Что здесь происходит? Вот что он понял? Я вообще ничего не понял. Во-первых, сейчас обескуражился сам, блядь, из-за того, что в игре не понятно, что произошло. Допустим, ладно, хорошо. Не знаю, Камбодия, блядь. Ну, это не Камбодия, нихуя, но... Ебать, вот это хуёвое начало. Ну, причем 172 всего лишь? Тут же расстояние, пиздец. А почему всего 172 хп? Не, я не против, подожди. Так, ладно, будем рассчитывать, что все ок, пацаны. Все, извиняюсь, что я немножко загнался, просто я реально не понял, что произошло. Так, левостороннее движение. Так, подожди, Саня, соображай. Это Африка, да? Это, скорее всего, Африка. Так, за мной никто не ездит. Я просто не помню, как там, какая же страна, блин, если за мной едет кто-то. Так, ладно, короче, это Африка, но... Точка за... Это... Нихуя себе, смотри, пикапчик, блядь, такой стильный. Точка за, это получается у нас... Ну, Зимбабве, там, наверное, Замбия, наверное. Тогда уж, да? Может же быть, точка за, Замбия. Ну, наверное, может быть. Блядь, я надеюсь, что в той катке все нормально. Короче, я просто реально сейчас загнался. Все, блядь, главное сейчас не допускать ошибок. Потому что я не собираюсь торчать в Сильвер-дивизионе. Это уже перебор, реально. Это уже реально перебор. Да ебаный Кейптаун! Что там происходит? Это... А почему точка за... Почему там точка за была на сайте? Так, Саня, все, тихо, тихо. Тем более, подожди, в Замбии не факт, что левостороннее движение. В Саус-Африке, да, а в Замбии я, кстати, об этом не задумывался. Ну, блин, охуенно, поля какие-то, блядь, камыши. И что я должен... Подожди.
Что там? А, ну охуенно, блядь. Попробуй догадайся, где ты находишься. Отлично просто. Так, подожди, значит, у нас ни одного автомобиля. Какая-то непонятная местность. Даже гор особо нет, чтобы предположить, что это Черногория. Но это не похоже, мне кажется, на Черногорию, хотя хер знает. Бля, и каков шанс, что я куда-то доеду? Просто у меня вообще вариантов нет. Это может быть как какая-нибудь Южная Америка, так и, блядь, где-нибудь... Ну, вряд ли это Европа, на самом деле. А что он понял? Вот что он понял? Блядь, окей. Ну, допустим, если уж на то пошло, мне кажется, по обстановке, это тогда уж, ну, действительно, где-нибудь, может быть, Норс-Македония, я не знаю. Блять, что? Какой Босвани? Какой Босватини, блять? Какой, что? Он вообще Австралию выбрал. Нихуя себе мы ошибаемся так-то, да? Ха, охуенно. Вот это... Можно всегда так, пожалуйста? Охуенно. Хельсинки, 25-я дорога. 25-я дорога. Это вот. Она идет на Хельсинки поворот. То есть это, скорее всего, какая-то окружная. Блять, это может быть где угодно. Подожди. Направо Ковер-Хар. Ковер-Хар. Блять, нихуя не вижу Ковер-Хара и Ковер-Тра... Блять, где Ковер-Хар? Да, блять, ну как вот, ну, блять! Короче, ладно, допустим, это где-то здесь. Нихуя себе, блять! Я даже там и не искал, я думал, что там совсем близко к Хельсинки. Так, ребят, на самом деле дело такое тут уже как бы, уже не смешно как-то даже, если честно. Так, вот это больше всего мне нравится, конечно. Просто больше всего обожаю такое. Но это, наверное, Африка, скорее всего. Только вот опять же, сказал бы я, какое правостороннее движение или тут просто похуй, как едут все? Потому что разметки нет. Я вот это вот пока не понимаю. Блин, ну допустим, я попробую вперед проехаться. Тут нифига не прогружается ничего. Блять, ну правостороннее. Не-не, подожди. Блять, там же тоже подсказки по тачкам были. По Африке тоже я все это учил. Вот эти штуки, если торчат, по-моему, это... Блять, как бы мне не ошибиться, по-моему, это... То ли Уганда... Нет, то ли Кения, то ли Замбия, как... Кения, по-моему, блять. По-моему, Кения. Блять, или нет, по-моему, хуйню... Или Ботсвана. Ботсвана, по-моему, это. Ботсвана, как раз таки, если эти... Хуй... Бля, вылетело все. Это невозможно запомнить. На практике кажется просто. Это Гана, блять. Охуенная, конечно. Ну, блин, у нас с соперником разброс, я могу сказать, блядь, пиздецовый вообще, на самом деле. Мы нифига не угадываем, у нас какое-то свое, блядь, мировоззрение непонятное. Мы что-то там видим непонятное. Так, это похоже на Южную Америку, только вот вопрос... А может быть и нет. Ну, давай посмотрим. Ну, вообще, вот, Volkswagen Up у меня ассоциируется с Бразилией. Я доверюсь своей... Я не знаю, почему. Но мне кажется, что это Бразилия. Ну, пусть это будет... Ну, это, блядь, не... Ну, давай поближе, на самом деле, вот сюда. Мне кажется, Бразилия. Хер его знает, почему. Я сейчас увидел этот Volkswagen. И вот просто доверюсь ему. Хотя, может быть, где угодно. Я не знаю, почему Бразилия. Почему у меня Бразилия? Я вот пытаюсь сейчас вспомнить, почему. Но я не понимаю. Я не понимаю, почему Volkswagen Up... Это нихуя, это Аргентина, блядь, это Аргентина. Ну, блядь, мы вот где-то вот с соперником непонятно чем занимаемся, блядь. Я вот не понимаю совершенно. Дабл Дамага. Это Греция. Ну, Грецию я узнаю, пацаны. Тут как бы вариантов нет. Но мне кажется, что это где-нибудь здесь, блядь, я не знаю. Давай вот тут, потому что это может быть и остров, конечно. Мы видим воду, но это еще ничего не означает. Я просто хочу обескуражить соперника, потому что я увидел вот эту табличку, как бы, и сразу все стало на свои места. Мне этого достаточно. А, кстати, тут было... Блять, я просто обожаю, нахуй. По чуть-чуть, я так понимаю, это будет игра с большим количеством раундов. Мы, конечно, не против развития таких... Все, тихо, Сань, спокойно, блядь. Это что такое, блядь? Швеция, что ли? Тюсюсю, это Швеция или не Швеция? Можно еще, пожалуйста, что-нибудь прочитать? Тюсюсю, что такое тюсюсю, блядь? Ну, блядь, ну что, наверное, Швеция, ну что это? Тюсюсю, ну где-нибудь, наверное, ну допустим, я предположу, что это, блядь, южнее. Я надеюсь, блядь, что это где-то южнее. Пожалуйста, только не вверх, потому что расстояние большое, если сейчас мой соперник, он скорее всего догадается, что Швеция тоже... Потому что есть тюсюсю всякие, нифига там точилы, блядь, и жига стоит, и... Не понял, блядь. В смысле тюсюсю, блядь? Какой нахуй, какая Финляндия, блядь? Я не понял, что я берега попутал-то в прямом смысле этого слова? Так, блядь, стопэ!
Хуйня какая-то, блядь. По-моему, была плохая идея все-таки после выздоровления сразу свои географические знания проверять. Так, что это? Мне это вообще не устраивает, блядь. Сейчас как вылечу еще отсюда, это пиздец будет. Так. Пара-па-па-па-па-па-па. Ну, если бы я был, опять же, да, не прогуливал уроки, я бы сказал, что вот такие пальмы растут там-то, там-то. Но я нихуя не понимаю, поэтому... Two Lovers Point. Охуенно, блядь. Просто. Блядь, звучит-то как, а? И что я должен понять по этому? Ну, наверное, в целом имеет смысл подумать, что это может быть Штаты. Вроде как, да? Такие машины как бы подходящие, вроде, опять же. Можно рискнуть, но мне кажется, тут какой-то наёб. Я еще не могу туда проехать, охуенно. Ладно, допустим, это... Блять, ну, не знаю, штат Луизиана, блять. Ну, я не знаю, типа, ну, похоже. Можно тут, можно много чего нагадать. Лучше, наверное... Сколько у меня рейтинг, блядь? Блядь, походу... Подожди, стоп, в смысле, не может такого быть? Это типа у меня, блядь, что ли? Это у меня перезагрузилась игра прошлая? А, ну да, 3 played, 0 wins. Саня вернулся, блядь, с карантина. Охуенно, блядь. Так, ладно, сейчас нам нужно просто сделать, блядь... Все возможно, чтобы победить. Я, блядь, другой браузер перееду играть, блядь, в эту игру, потому что мне эти вот эти всякие баги, блядь, фризы, нахуй, вот это все заебло, если честно, уже. Я же говорил, блядь, что не спроста у меня что-то там обновилось, блядь. Либо я что-то жмакнул, блядь, ну вряд ли, хотя, как, что, F5 нажал, что ли? Но F5 он меня бы не выкинул оттуда. Так, ладно, ребят, не расстраиваемся. Конечно, блядь, сложно, смотря на рейтинг, не расстраиваться. Три поражения, ну два, ну как бы три. Да. Ладно, все, сейчас должен быть выигрыш, иначе не может быть по-другому. Ну, сказать честно, друзья, я ждал не совсем этого, когда сегодня такой, знаете... Вот видите, вот я нажимаю... Что там? Вот, ты видишь? Я нажимаю что-то... Вот куда мне сейчас... Что происходит? Что там написано, блядь? Я тебе отвечаю, какая-то хуйня с этим браузером, блядь. Подожди, что еще? Еще раз, смотри. Ты видишь, там что-то появляется, блядь, а потом оно исчезает. Вот, я там должно же появиться, типа, вступить в игру. Нихуя не появляется. Чё за хуйня, блядь? Пиздец. Ну охуеть теперь. Так, ладно, подожди, хорошо. А что, если я сейчас все обновлю здесь, блядь, перезапущу? А-а. Вот это другое дело. Но все равно, вот, как бы сам факт того, что сейчас вот эта вот нездоровая херня происходит, меня немножко напрягает. Так, все, блядь, соперник не такой уж и сложный. Я просто должен сделать то, что я должен сделать. Все, вопросов никаких... Город Уфа, блядь. Вот так вот сразу, Уфа! Блядь, прекрасно помню то время, Уфа всегда на связи, поэтому быстренько, просто. Город Уфа, что там? Октябрьского района, граждане потребители, ну я не знаю, где это конкретно, конечно, Октябрьский район, но допустим. Допустим, а тут не написано, да, наверное, тут не написано. Ну, допустим, мне кажется, что Октябрьский район, ну где-то ближе к центру, ну допустим, где-нибудь здесь. Вот сейчас вот, о, сейчас у соперник просто такой, чё, бля, происходит? Чё, просто вот она, вот, ну-ка. О, почти, блядь, смотри-ка, я говорю, где-то там вот чувствую, просто чувствую. Так, всё. Вот так можно и продолжим. Бля, похоже на какую-то Австралию, либо Новую Зеландию, что-то какой-то такой контраст. Подожди, что... Я нихуя не понимаю, подожди, что это за флаг? Охуеть, блядь. Я только хотел его посмотреть, его уже убрали. Я не знаю, что это за флаг. Я сейчас не пизжу. Я реально не врубаю, что это за флаг, блядь. Бля, ну тачки пиздатые. Так, а что это за флаг, блядь? Его вот здесь на каждом, сука, шагу. Я не знаю, что это за флаг, блядь. Это пиздец. Я, конечно, много флагов знаю, но да, я не знаю, блядь. Но это какой-нибудь, да, я не знаю, Индонезия какая-нибудь. Вот тут Папуа Нью-Гвинея, блядь. Сингапур? Подожди. Это не флаг Сингапура. Он какой-то желтоватый, желтый с белым, по-моему, у Сингапура флаг. Нет разве?
Бля, заебись, меня рандомными, блядь, флагами сейчас запутали. Так, подожди, за мной едет тачка. Блядь, подожди, но это было... Это мы уже проходили. Это сегодня... Это если правда, то это Гана. Если это правда. Потому что если Хайлюкс преследует, то все, пиздец, как бы. Это Гана. Надеюсь. Надеюсь, что это... Блядь, надеюсь, что я правильно... А может, это просто Хайлюкс едет? Потому что там навстречу тоже Хайлюкс ехал. Это же не полицейский, блядь. Блять, это же не полицейский Хайлюкс, блять, ну что, ну это Кения, блять, ну что наоборот-то все? Когда я думал, что это Кения, блять, это была Гана, когда это я сказал Гана, это Кения, ну что тут, как это работает-то, я не понимаю. Так. Блять, ну что вот это опять такое, ну что такое, вот все какое-то светлое, блять, аки. Блять. Подожди, не, нихуя, я не буду делать сейчас поспешных выводов. Я не буду. Лиссабон, блять. Ну, допустим. Подожди, Лисбоа. Так пишется Лисбон. Лисбон, Лисбоа, это же одна хуйня, надеюсь. Блять, ну мне похуй, я надеюсь, что это да. Ну, типа, на португальском, наверное, Лисбоа, на этом самом, как бы, блять, вообще город пишется нахуй на всех языках по-разному. Ну, хотя бы я оказался ближе. Я не понимаю, почему у меня, сука, аватарка с фиолетовыми волосами до сих пор. Ребят, я немножко зол сейчас на игру, вы, я думаю, понимаете, почему, как бы, потому что я немножко другого ожидал. Так, 0.25 хилинг, неплохо было бы похилиться и... Блять, ну это пиздец, ну это типа... Вообще, почему-то, я сначала подумал об Австралии, но... Хуй знает, почему-то мне кажется, это не Австралия. Мне кажется, что это не Австралия. Или, блядь, да не, похуй, ладно, Австралия. Ну типа, ладно, вот угадаю, не угадаю, но мне кажется, это не Австралия, скорее всего, это либо Мексика, либо... Какой-нибудь штат, типа, Нью-Мехико. Чего, блядь? Какая, блядь, какой? Блядь, ну это пиздец. Ну ладно, тут я не подумав, я решил просто проверить свою интуицию. Интуиция у меня говно, поэтому больше я ее не проверяю. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Что? Плитка. Охуенная, хорошая, допустим. Знаки. Охуенно, спасибо. А зачем, я не понимаю, замазывать... Блять. Ну просто пиздец. Спасибо. Спасибо большое, что... Блять, вот этот коттеджный поселок или что тут, я не знаю, что написано, но, блять, он меня спас. Допустим, это где-нибудь около Варшавы, я не знаю. Допустим. Территория Польши довольно большая, поэтому здесь как бы выбрать, ну, не знаю. Бля, прикиньте, Краков сейчас будет. Вот, может быть, все-таки Краков надо было. Дьяльки Будовалане. И как бы больше слов не надо. Больше слов совершенно не нужно. Просто вот если... Блять. Так-то нахуй Краков был близко. Мог я, конечно, переобуться, но не мог уже, правда. Но тем не менее. Дабл дамаг. Дабл дамаг. Что сегодня происходит? Почему я не могу просто быстро сделать то, что я должен сделать? Так. Пока непонятно. Пока непонятно, что-то такое. Что-то такое европейское, что-то такое... блять, фиат или что-то не... Так, подожди, Так. Ну, есть у меня подозрение, что это может быть Чехия. Может быть. Кафе Виена Снэк Бар. Так, подожди, не-не-не, какой-то подвох. Бача... Подожди, стоп, что это такое? Я не понимаю. Это какой-то... Это какая-то... Типа, может быть... Может, это Черногория как раз-таки? Подожди, не-не-не-не, стоп, блядь! Мне нужно больше подсказок. Сервиз! Блядь, это что-то такое... Это что-то такое, блядь, ебать, тут чисто мерсы, блядь, просто чилят. Подожди, это что-то такое вот как раз-таки... Болгарско-черногорско, да? Что такое? Блять, больше его подсказок, конечно, потому что... Тупан, закуски из печенья на мясо. Мне кажется, что это похож... Бельгийский... Что? Такое? Какой бельгийский, блять? Что? Болгария это? Не знаю, мне кажется, чем-то похоже, да? Да. Фу, блядь. Опасно, блядь, но... Блядь, ну это что-то как-то мне вообще, конечно, обидно. Мне пиздец обидно за всю хуйню, которая сегодня происходила, потому что за проигрыш нихуёво очков снимают, а за выигрыш как бы тут плюс 10. Ну что, друзья, вот я вновь поселился в серебристом, серебряном, серебристом, блядь, серебряном дивизионе.
Ладно, будем потихонечку наверстывать. Хотел так на спокойных, знаете, поберечь голосовые связки. С этой хуйней тоже ни хрена не получается. Я вообще не понимаю, как можно эмоции... Вы завтра еще увидите ролик, где мне пришлось реальные эмоции держать. Вот это вот, чтобы вы понимали просто. Ладно, все, друзья. Потихонечку возвращаемся. Обидно пиздец. Может быть, конечно, не надо было свои еще не до конца проветренные мозги сюда пускать. Но ничего, наверстаем. Наверстаем, все будет отлично. Огромное спасибо. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.